Все, что мы любим, секс, наркотики и секс, наркотики и секс. Холодный, как Россия, красивый, холостой. Тебя все звали с ними, а поехала со мной. Пусть он на нам светит ярко, обвиняем мы на марку. Везу девочку бунтарку, я хотя бы не пешком. Нам даже звезды светят ярко, нас догнала иномарка. Я прошу лишь не ломайся, как российский автопром. Вокзал, хорошо? Казанский! Да иди ты! Поликлиника! Но для животных! Да иди в жопу! Ладно, ветеринарка! Приедешь ты домой, будешь думать обо мне. Ебой. Оценишь мое платье в темноте буду ночью на кровати. Хорош мне тыкать в морду своим выменем. Ты, конечно, сас, но я не вспомню даже имени. Почему каждый из вас ведет себя как Эминем? С рогами на башке вы как олени, а не демоны. Антипин он живой человек. Вот. Это он за кулисами потом мне даст свой мир. А ты должен быть смерть. Пока меня держишь. А вы меня за дуру держали? Один-один, бич. Меня зовут Сейлор Мун, это в переводе. Инициативы, иди нахуй. Да блядская хуета, блядь! Понятно! Как платит Арс? Посмотри, крупно! Деньги считать, смотри, считать. А кто отдаст, а кто отдаст, а кто не отдаст? Скидываемся. Ну, это самое, я, получается, был неправ. Всех удивляет, от чего пьян. Хочу танцевать! Да пруфы! Да блядская хуета, блядь! О, конечно! Ляд не крыса! Нихуя себе инициатива, иди нахуй! Вдовье плети! На тебе, хуёк! Вы же ничего мне не говорите! А все, что говорите, это надо забыть! Он мне въебёт сейчас, я не могу! Сегодня с
снимаем юбилейный выпуск, когда мы были молодыми, когда мы помещались в одежду, и когда у нас были нормальные голоса, они вот такие. Смутные времена наступают, ребята. Мы наденем старые костюмы, которые были в самом первом выпуске импровизации. Вот, насчет одежды не уверен, есть некое прибавление веса за 5 лет. То есть я сегодня попытаюсь влезть в ту кофточку, в которой я снимался в самом первом выпуске. Честно, это что-то на грани фантастики. Сейчас мы идем мерить костюмы самого первого выпуска шоу импровизации. Я не влезу точно. Они говорят, что идут мерить одежду из первого выпуска, но дело в том, что 2 дня назад мы уже померили одежду из первого выпуска. И дело в том, что Шасту очень сильно расшили эту кофту. Короче, сейчас он будет мерить, он так говорит, сейчас мы пойдем мерить, и сейчас она на него налезет. Но это обман, она на него жесточайше не налезла. Мы с Сереженкой, Пироженкой, идем мерить старые костюмы. Интересно, а когда подойдут ли вам старые костюмы? Мы когда будем раздеваться, ты не снимаешь. Отвернись. Сейчас он уже почти оделся, но, ребята, там такой жир. Очень жаль, что вы это не видите. А что ты втянул? Опа, опа. А дышать? А, все, все. Я влез, смотрите. Выдох. Ваше тук, не ваше дело. Я продержусь так. Я в карман засунул и вот так сделал. Сережа порвал кофту. Я сейчас быстренько заштопаю, потому что здесь рукоделие. Ты понимаешь, что ты весь выпуск будешь надрывать в каких-то местах. Вот этого не было в первом выпуске. Вы видите, что кофта, вы думаете, это такой... Она вся из кусков. Типа такой стиль. Она вся из кусков. А еще, если вы думаете, что вот это все... Вот это. Это все было. Этого тоже не было. Это все было. Пожалуйста. У меня к нему чувства, а он любит шестуна. Это не презик. Нет такого презика, который был бы мне велик, Настя. Мой интерес, я маме рот дал. Кикает на тело, дорогой пиар. Kiss.
now you know, nigga. I take core four, nigga. Один-один, бич. А мы не такие-то и подруги. Потом увидела Арсения, дальше вот так пусто. Фоткаешь меня, не буду облюбовать. Ты иди отсюда! Ты бачишь, я шастун, а ты бабич, нихуя себе. Худший браконьер. Спорим, она вместе себе в глотку револьвер. Спорим, что ты больше не покинешь аэросфер. Я играю с ее киской, детка, где твой кавалер? Я врубаю Daft Punk, она крутит мне план. Покидаем клуб, в руке Sauvignon Blanc. Отлип от ее губ, залип. You gotta turn the shit up.